Всем привет, ребята! И с вами я, Моми Лонглегс. Сейчас мы будем смотреть 70-ю серию. Сейчас остается всего уже 7 минут до выхода 70-й серии, ребят. Да Фуг Бумш сказал, что она будет самая крутая. Ребят, сейчас подождем 7 минуток, пока что о чем-то поговорим, потому что уже выйдет 70-я серия. Это у меня сейчас 22:52, но у вас, это, когда я выпущу это видео, у вас будет уже 23 с чем-то. И вы уже сможете ее сами посмотреть, эту серию. Просто я сейчас на компьютере, ребят, смотрю, сколько осталось времени. Еще немного, ребят. Так. Так, ребят, мне кажется, 70-я серия будет крутая. Это нам уже показали два скриншота из 70-й серии. То есть это, нам показали скриншот, это, ну, где стоят, это, три вумен. TV вумен, камера вумен и спикер вумен. Это как раз вы видите сейчас у вас на экране. Это вы видите. Так, ребят. Ждем, а это пока подключится. Так, ребят, ждем. Это, ребят, я думаю, что эта серия будет крутой. Это когда, ребят, будет отсчет на серии, я включу полноэкранный режим. Я сейчас также еще смотрю на компьютере, когда серия выйдет. Еще, ребят, несколько минуток. Прям уже скоро. Слишком скоро. Ждем. Я уже 3 минуты просто с вами говорю. Но это мы ждем до сих пор серию. Я пока смотрю на компе. Так, вот, все. Подключение. Так, все. Да наконец-таки загрузись. Ура! Так, ребят, 4 минутки. 4 минуты, ребят, 4. 4 минуты, 4. 4 минуты, ребят. 4 минуты, ребят, осталось. Просто 4 минуты. Ждем, ребят, 4 минуты. Уже это. Да, 4 минуты до сих пор. Да чё? Так. Всё хорошо. Ребят, завтра видео, может, не будет, не знаю. Ну, это, ребят, сейчас мы ждем еще это, вроде 3-4 минутки. Да, уже вроде 3. 7, 8, 9... А, нет, 4. А, уже 3, точно. Все, уже 3. Так, ребят. Мне страшно.
Очень. За это, ну, за это скрипт туалет, вдруг там это появится новый титан, новый персонаж, вдруг там кто-то еще появится. Вдруг даже новые скибидисты появятся. Если новые скибидисты появятся, это будет неочевидно. Уже это, ребята, осталось, да, 3 минуты, скоро 2 будет. А я иду, ребята, видели мое новое видео про Brawl Stars? Ну, где я за Китай играю. Кстати, будет видео по Brawl Stars, может, когда-то, если, конечно, я смогу. Когда у меня будет, ребят, время, я смогу написать видео вам по Бравлу. Чумачечая весна, и нам не до сна. Все, ребят, уже 2 минутки. 2. Нам нужно дождаться до 1 минутки, пока она будет. Сейчас только делаю кое-что. Управление. Отключить. Остановить. Все. Так, ребят. 60 секунд, ребят, ровно 60 секунд. Отсчитывайте. Написано до премьеры 60 секунд. 60 секунд, ребят. Это даже меньше минуты. А, это и есть минута. Ладно. 59 секунд – это минута. Даже 60 – это и есть минута. Я думала, надо 60, ладно. Так, ребят, ждем минуту. Минутку. Это надо подождать еще. И будет самая лучшая серия. Опа. Оп. Так, ребят. Ждем, ребят. Уже, ребят, мне кажется, остается уже не минута, а даже секунды. Просто секунды. Сейчас 22:59. Все, сейчас будет это, 23:00. 23:00 будет сейчас, ребят. Я, ребят, специально для этого не спал. Поздравьте меня. Но я делаю контент ради вас, подписчики. Можете хотя бы лайк поставить. За мои старания, потому что хоть я и устал, хоть не хочется спать, но я все равно делаю видео, потому что мне хочется выпускать видео, чтобы вас радовать, ребят. Сейчас, ребят, все, уже 23:00 стукнуло, все. До премьеры осталось совсем немного. Все, 23:00. Опа! Все, ребят, пошел отчет. Так, ребят, срочно! Так, ребят, мне на компьютере таймер идет быстрее. Так, ребят. Ребят, все, уже минуточка. Так, пошло. Все, ребят. Нам нужно ждать, пока будет 23:02 или 23:03. И тогда уже наступит, ждем. У меня на компьютере идет время быстрее. Так что, у меня тут 40.
39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Ребят, чат спамят. Ладно, 18. Так. Скипиди-доп-доп. О, бомбочка. Бомбочка, бомбочка. Так, горит, горит, горит. Горит. А, ребят, тут эта камера вон другая. Так. Наша это открытая Red Laser. А, у нас летающая камера. Вроде бы. Или это... Да, это тот, это тот. Так. О, скибиди. Скибиди, я слышу скибиди. Вот, да, скибиди, скибиди. Скибиди, е. Yeah. Так, ребята, это реально неожиданно. Ой. Мы летим куда-то. Мы бьем скибиди по спине. И что это? Это щит. Чего? Камера Титан! Вот это поворот! Это реально, ребят. Все, у него лазеры! Я такого еще не видел. А, это, наверное, апгрейд, который ему прилетел. Тут у него опять бьют разные скибиди. Так, все, хорошо, камера. Какой-то еще нападает. Страшно. Титан ДПМ! Спикер! Так, спикер. Все, спикер горит. Он наконец-таки зарядил спикера. Есть! Спикермен-монстр! Он забрал это, вот эту пушку. Он, это, у него была рука-пила еще. А, у него как бы двойная рука. Рука-пила и рука вот эта. Он, это, ребят, смотрите! Он как это, как в 59-й серии, смотрите! Чего это? Так, ребят. Ребят, так, ребят, это скибиди из туалета. Это, я только что, ребят, видел, что ТВ-мен показал это, мэн-фейс. Скибиди. Ребят, смотрите! О, ребят, он успел поймать, чуть ему в телевизор не прилетело. О, TV Woman, Speaker Woman, Camera Woman. Все, им сказали туда направляться. И мы летим, бам! Здравствуйте. А, это все нам показывали? Мы в лифте едем до сих пор. А, лифт ломается. Ой. О, ребят, у них фонарики есть. Прикольно.
И кто там, Скибиди? Жалко камераменов. Жалко, ребят. Как думаете, серия хорошая? Мне кажется, да. Ну, ребят, всем пока и до скорых встреч. Goodbye!